протест. Дякую, дякую, шановні. До нас приєднуються, звичайно, і представники юридичної галузі, тому дуже допомагав Роман Тихачов, якщо він присутній тут, будь ласка. Ребят. Всем привет! Безмерно рад тут всех видеть. Я днем провожу тут на митингах, а вечером провожу в полицейских участках с этими же рестораторами. Слушайте, ну мы же самые большие нарушители законов и все такое. Вчера дали команду, я лично говорил кучеру о том беспределе, который творит полиция. Фактически, ну, тут все превратили в уголовников. На нас надели наборники, посмотрите примеры других городов. Львов, Черкасы, Роков, все абсолютно говорят о том, что постановление какие-то незаконны. И в таком формате его выполнять никто не будет. Хватит уже смеяться, у меня уже исков пожалованных всяких дурных решений правительства немерено. Может уже пора правительство такую в отставку выполнять. Они действительно нас ковидят. Я требую, как и все. Я думаю, все с ним заводятся. У нас должно быть право на то, нормальное, человеческое. Мы платим налоги, наполняем бюджеты, балансируем процессы. Давайте потребуем от них право на труд. Пусть кучер, пусть все остальные едут все-таки и говорят о том, что хватит, отменяйте карантин.